Всем привет! Я приветствую всех уже на третьем уроке и поздравляю тех, кто прошел первые два урока и сделал домашнее задание. Вы большие молодцы! И перед тем, как я начну рассказывать материал, я хочу вам сказать одну важную новость. Я понимаю, что заходить на Google Диск каждый раз это неудобно, поэтому я создала телеграм-канал, в который вы можете добавиться. Там будут уроки, материалы, анонсы, все, что есть в бесплатном доступе, то, что я буду вам выдавать, все будете вы получать там. И если я буду проводить прямые эфиры, то оповещения тоже будут там. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на этот канал в Телеграме. Вы там сможете оставлять комментарии, задавать вопросы, общаться и между собой. Поэтому welcome. И теперь переходим к теме нашего сегодняшнего урока. Сегодня мы рассмотрим с вами несколько вопросов. Они достаточно простые, но они сильно расширят ваш словарный запас. Начнем с вопросительных слов. Мы уже научились с вами строить вопросительные предложения. Они у нас находятся в таблице. Таблицу я сюда прикреплю для повторения. И сегодня мы рассмотрим вопросительную колонку. Для начала вспомним, что такое вопросительное предложение. Это вопрос, да? Обязательно вопросительное предложение заканчивается вопросительным знаком. И у нас должна быть соответствующая интонация. Не забывайте об этом. Как мы строим вопрос? В настоящем времени мы говорим «Do you love?» Да? Или «Does she love?» «Do you want?» «Does she want?» «Do you take?» «Does he take?» и так дальше. В будущем времени как мы строим вопрос? «Will you love?» «Will you come?» «Will you go?» и так дальше. Все одинаково, всегда мы используем только will и ничего больше не меняется. И прошлое время у нас там вспомогательный глагол did, и мы говорим did you love, did you come, did you call и так дальше. Вчера мы добавили с вами еще одно слово к структуре, местоимение did you call him, did you call her, do you want it, will she call him и так дальше. Все это мы уже добавили. Теперь наша задача – это конкретизировать вопрос с помощью вопросительных слов. В русском языке мы говорим, какой у тебя там любимый цвет, да, или что ты любишь и так дальше. То есть мы используем точно так же вопросительные слова. В английском они тоже есть. Вот я их прикрепила. Теперь пройдемся по примерам и по временам. Значит, в настоящем времени мы можем сказать «What do you love?» или «Why do you love it?» «Почему тебе это нравится?» да, или «Что ты любишь?» «When do you call me?» «Когда ты позвонишь мне?» или «Когда ты звонишь мне?» правильнее сказать. Или «When will you call me?» «Когда ты позвонишь мне?» в будущем. Или мы говорим When did you call me? Когда ты звонил мне уже в прошлом? Why did you call me? Почему ты звонил мне? How did you take it? Как ты взял это, да? Или же мы можем сказать What do you want? Что ты хочешь? Или Why do you want it? После того, как вам уже ответили, что человек хочет, мы можем спросить Why do you want it? Почему ты этого хочешь, да? Или почему ты хочешь именно это? Таким образом, мы строим вопросительное предложение с вопросительными словами. У нас получается вопросительное слово стоит впереди, самым первым по списку, да, самым первым по порядку в предложении. Если мы хотим конкретизировать вопрос и использовать вопросительное слово, мы ставим его на первое место. What do you want? Да, сначала что? А потом уже наша структура из таблицы. И после структуры таблицы мы уже можем добавить то, на кого направлены наши действия. Например, why do you want it? Why did you call me? Или when will you call her? И так дальше. То есть у нас уже получается достаточно большое, понятное предложение, на которое будет простой и внятный ответ. Главное его понять, поэтому нужно тренироваться побольше. И напоминаю, что ничего записывать не надо.
пожалуйста, ничего не надо записывать. Мы все тренируем только устно. Иначе у вас получается не речь, а чтение. Давайте еще потренируемся. What do you like? Что тебе нравится? Why do you like it? Почему тебе это нравится? When will you text me? Когда ты мне напишешь? Why did you mail me? Почему ты мне написал письмо? When will you call her? Когда ты позвонишь ей? Или глагол call еще может переводиться как позвать, и мы можем иметь в виду, когда ты позовешь ее. Why do you love it? Почему ты это любишь? Why does she love it? Почему она это любит? When do you go to school? Когда ты пойдешь, когда ты ходишь в школу? Или why do you go to school? Почему ты ходишь в школу? Или when will you go to school? Когда ты пойдешь в школу в будущем времени? When did you finish your school? Когда ты закончил школу? Или, например, when did you call me? Когда ты звонил мне? И так дальше. Мы потренировали немного предложения. Надеюсь, что вам понятно и вы разобрались с вопросительными словами. Это совсем не сложно. Давайте еще раз. Сначала мы ставим в предложении вопросительное слово. Затем наша структура вопросительного предложения из таблицы. И дальше то, что мы хотим добавить в наше предложение. Это может быть местоимение и другие детали информации, которые вы хотите передать. Но для начала вам нужно научиться строить вот такие простые вопросительные предложения. Также не забываем, что у нас есть предложение вопросительное, это вопрос к подлежащему, когда мы не знаем, кто производит это действие, да, кто делает какое-то действие. Например, кто тебе звонил? Обратите внимание, пожалуйста, внимательно, обратите внимание, что в этом предложении нет подлежащего. То есть у нас нету того, кто выполняет действие. У нас на роль подлежащего вступает вопросительное слово who. И мы спрашиваем, who did call you? Кто звонил тебе? Мы не называем вот это you, да, как, которое у нас выполняет действие. Сейчас, чтобы вы понимали, я приведу вам в пример два предложения, и вы точно поймете, в чем разница. Who did you call? Who did you call? Кому ты звонил? То есть у нас есть тот, кто выполняет действие. Ты звонил, да, и мы спрашиваем, кому? Who did you call? И who did call you? Кто звонил тебе? Who did call you? Мы как бы пропускаем того, кто выполнял действие. Таким образом, строим вопрос к подлежащему. Who did call you? Или who did you call? От перестановки слов у нас очень меняется и значение предложения. Поэтому, пожалуйста, внимательно. Или, например, who did text you? Кто написал тебе? Вот таким образом мы строим предложение. И не забывайте, пожалуйста, тренироваться. А сейчас мы переходим ко второй части нашего урока. Сегодня мы еще должны с вами рассмотреть местоимения, которые являются притяжательными. То есть мы все присваиваем, притягиваем к себе и говорим: это мое, это мой брат, это моя вещь, или это его вещь, или это не моя вещь. Сегодня мы еще с вами должны рассмотреть, еще раз скажу, притяжательные местоимения. Конечно, вам это название может ни о чем не говорить, но когда мы к себе что-то притягиваем, мы это присваиваем, как и сейчас принято считать энергии, ресурс и так дальше. Вот все пытаемся к себе притянуть. Это мое, поэтому оно притяжательное. Мы говорим my cat, да, мой кот, или my friend, мой друг, или your friend, твой друг, или his friend, его друг, или her friend, ее друг, или our friend, наш друг, или their friend, их друг, или its friend, друг этого. Это может быть, например, животное, потому что животное в английском обозначается как it. Таким образом,
у нас получается предложение с притяжательными местоимениями, где мы указываем, кому принадлежит какой-то предмет. Например, I love my mom. Да? Я люблю свою маму. Или I like your shoes. Мне нравятся твоя обувь, твои туфли, например. I don't like your shoes. Мне не нравится твоя обувь. Или she doesn't like sushi. Да, она не любит суши, ей не нравятся суши. She doesn't like your cat. Ей не нравится твой кот. Или she likes your cat. Ей нравится твой кот. Или, например, I will use my phone. Я буду использовать свой телефон. Или I didn't use my phone. Я не использовал свой телефон. Таким образом, мы строим предложение. В нашу структуру попадают новые слова. Когда мы строим, например, отрицательные предложения, I don't like, потом мы ставим чье и потом предмет. I don't like your shoes. Или, например, I don't like your phone. Мне не нравится твой телефон. Или I will not use my phone. I will not. Да, это наша структура use. Это глагол использовать. I will not use my phone. Я не буду использовать свой телефон. Или I didn't use my phone. Я не использовал свой телефон. Вот таким образом мы строим предложение. А если пройтись по таблице и составить предложение в каждой клеточке? Давайте попробуем. Начнем с настоящего времени, с утверждения. I like my cat. Мне нравится мой кот. She likes her cat. Ей нравится ее кот. Или she likes my cat. Ей нравится мой кот. Если мы строим отрицание в настоящем времени. I don't like your shoes. Мне не нравится твоя обувь. Или she doesn't like my shoes. Ей не нравится моя обувь. Если мы строим вопрос. Do you like my shoes? Тебе нравится моя обувь? Does she like your shoes? Ей нравится твоя обувь? Или does she like her shoes? Ей нравится ее обувь? Или, например, если мы сюда добавим еще вопросительное слово. Why do you like my shoes? Почему тебе нравится моя обувь? Давайте еще раз медленнее. Why do you like my shoes? Почему тебе нравится моя обувь? Как вы видите, структуры сохраняются, и они одинаковые. Просто вот эта игра структур создает большое количество разных предложений, которые мы можем построить. Давайте переходить к будущему времени. В будущем времени мы говорим I will use my phone. Я буду использовать мой телефон. Или I will wear my shoes. Я одену свою обувь. Или I will not use my phone. Я не буду использовать свой телефон. She will not use my phone. Она не будет пользоваться моим телефоном. Или will you use your phone? Будешь ли ты использовать свой телефон? И так дальше. В прошлом времени мы говорим I used my phone. Я использовал свой телефон. Или she used my phone. Она использовала мой телефон. В отрицании мы скажем I didn't или did not use my phone. Я не использовала свой телефон. She did not use her phone. Она не использовала ее телефон. И вопросительное предложение. Did you use your phone? Ты использовала свой телефон? Или did she use your phone? Она использовала твой телефон? Или why did she use your phone? Почему она использовала твой телефон? Вот таким образом мы прошли по всем нашим ячеечкам в таблице, да, с притяжательными местоимениями. И теперь вы сможете строить уже достаточно большие предложения. Вдумайтесь, на первом уроке вы могли сказать I love it, I don't love it, или I will go, she will go и так дальше. На сегодняшний день
вы можете построить предложение вот такой длины. Why did you love my shoes? Почему ты любил мои туфли, например, да? Или why will you use my phone? Почему ты будешь использовать мой телефон? То есть мы накапливаем постепенно структуры, и ваша задача их тренировать. Ну, а я оставляю вам домашнее задание для лучшей тренировки. Оно будет в телеграм-канале для удобства. Там же я через какое-то время опубликую ответы на домашнее задание, чтобы вам было удобнее себя проверять. Ну, а на сегодня все. Я желаю вам хорошего дня, вечера и всем пока!